Сегодня в столичном микрорайоне «Солнечный» открылся новый детский сад. Современный, долгожданный, замечательный детский сад. Особо приятно, что детский сад находится в шаговой доступности. До ближайшего детского сада местным жителям приходилось добираться пешком не менее получаса. Открытие лучика – настоящий подарок, признаются родители. Строительные работы продолжались почти год, и вот торжественный момент. Этот микрорайон застраивается активно. Среди местных жителей немало многодетных семей. Так что для дошколят в Лучике пришлось оборудовать сразу 14 групп. Из окна дошкольных групп весь микрорайон как на ладони. Из 250 воспитанников все местные жители. Среди 250 новоселов и семья Григорьевых в детский сад пришли и брат, и сестра. Все нормально, все хорошо. Также не думали, во всех садиках таких нет, наверное. Все нас обрадовали. В одной из мастерских ребята будут изучать гончарное дело. Вот и первый урок. Малыши лепят глиняные вазы. А вот какие у тебя ощущения возникают, когда ты что-то делаешь, и у тебя получается красивая вещь? Наверное, мама гордится, что ты так красиво можешь делать. Для развития мелкой моторики, говорят воспитатели, лучше всего подходит Лего-студия. Конструировать роботов – занимательная наука. Сегодня на территории города пройти в 7. 2 года назад мы вошли как пилоты в федеральный проект. Немало желающих записать малышей на курсы по плаванию. Бассейны сейчас оборудуют в большинстве современных детских садов. Такие проекты дошкольных учреждений должны стать типовыми, отметил Олег Николаев. Такой подход позволяет, с одной стороны, быстро реализовать проектное решение, но и самое главное – просчитать будущие затраты. Поддержка образования останется одной из приоритетных статей расходов бюджета, подчеркнул временно исполняющий обязанности главы региона. Современный детский сад, который именно сегодня открывается, когда имеет такой стандарт – это здорово. Очень много творческих мастерских. А это, очевидно, это возможно. Возможности развития подрастающего поколения. В микрорайоне должно начаться строительство еще одного детского сада, чтобы решить проблему нехватки мест. Ликвидировать очереди в дошкольные учреждения – ключевая задача. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Республика.